вам. То есть вот я раз отбил, и дальше в приседе я забираю, я вхожу, отбивать вот так, вилкой, я его отрываю. Смотрим еще раз, смотрите. Раз. Добрый день, зрители и подписчики канала. Сегодня мы продолжим показывать варианты защиты от ударов дробящими предметами, так как вы нас об этом просили. Сейчас мы покажем, что нужно делать вот в такой зимней, не очень удобной одежде, от того, когда на вас нападают так называемым тычком, каким-то длинным предметом. Это может быть палка, это может быть арматура, это может быть все, что угодно в руках у человека, который или занимается чем-то, а может и не занимается, просто подобрал предмет, допустим, черенок от лопаты, отломал саму, так сказать, нижнюю часть совковую, и этим черенком пытается вас проткнуть. Мы показываем методику работы в тренировочном процессе. Начинаем от противного, получаем и смотрим, как идет удар в вас, вектор силы и плоскость. Получаем несколько раз, и дальше мы пропускаем, переводим внимание на нижнюю часть. И теперь смотрите, здесь я отбираю и бью по берцовой кости. Еще разочек, смотрите. Раз. Рекомендуем выходить вам вот на эту сторону, чтобы тело нападающего было с одной стороны плоскости палки, а вы в этой стороне. Что потом делать? Можно отбивать эту часть руки, как самую ближнюю к вам. То есть вот я раз отбил, и дальше в приседе я забираю и могу нанести удар тем же уколом в берцовую часть, там, где повыше и много мышц, переднюю часть бедра. Ну, повыше я не рекомендую, чтобы не сломать ребра и так далее. Еще раз, получили, пропустили, вот смотрите, рука не захватывает, она только контролирует. В данном случае мы здесь не забираем ничего, одежда тут будет, поэтому можно отбивать вот так одну из точек захвата и дальше в развороте уже сразу бить. Работа вся та же. Вот разворот, здесь может быть удар, здесь может быть тычок. Еще разочек смотрим. Ногами циркуль или нижний уровень отвлечения внимания, или коленом отбиваем эту часть. Дальше прилагаем усилия на большое плечо, у него оно маленькое, помогаем еще себе. И вот я могу уже его атаковать. Тренировочный процесс, еще раз. Никаких спаррингов на палках, на чем-то мы не даем. Выходим на эту часть. Вот здесь придерживаю. Вот если сейчас смотреть, смотрите. Раз, вот его шея. В шею я вхожу. Здесь и на приседе, на отходе берцовая кость. Сейчас было показано, как входить пальцами в шею. Вроде бы я ничего такого не делал, но все равно у человека появились, так сказать, не очень хорошие симптомы. И дыхание будет у него сбито, и в то же время болевой какой-то шок. Смотрим еще раз, смотрите. Раз. Дальше я могу идти к нему, и вот будет удар по предмету вилкой. Я его отрываю. Кому не нравится отбирать палку, я просто отрываю массу человека от палки. Я здесь удерживаю. Это может быть удар сюда, это может быть удар в челюсть. Здесь я уже не поврежу себе свои пальцы. Боковую часть, палка останется у вас. Такой небольшой сюжет, показывающий,
как можно работать с вектором силы, который идет вам в живот, в грудь, в паховую область и так далее. Работа вся та же самая. На выходе, в приседе, в развороте. То есть уход с вектора силы. Здесь он был сверху, мы предыдущие ролики вам показывали. Здесь он идет вот так. Но уход на внешнюю сторону, там, где нет его массы тела. Начинать опять с медленного, и потом можно увеличивать. На этом все. Смотрите и подписывайтесь на наш канал. Пишите нам, что бы вы хотели еще, так сказать, на канале увидеть. Мы по мере своих сил будем вам рассказывать. Напоминаю, что канал у нас учебный, и в основном этот канал обучающий на расстоянии. Если вам что-то непонятно, напишите, мы еще раз более детально покажем с разных сторон, что и как делает ваше тело в том или ином случае или экстремальной ситуации. До новых встреч, берегите себя, до свидания. Давайте я разомну сейчас. Вот так тебе подходит, как в кино. И ты меня отсюда бьешь, да? А здесь вот она. Это точка опоры. А теперь вот так. На.